когда-то мы начали одну тему. Я уже не помню, какой я только одну коснулся ее, или уже несколько тем. Но сегодня мы открываем книгу пророка Исаии. Книга пророка Исаии. 7 глава и стих 14. Нам известный текст, потому что он близок к тем истинам, в которые мы уверовали и которые являются для нас именно важными. 7 глава и стих 14 книга пророка Исаии. Давайте прочитаем более конкретно этот текст. 7 глава и стих 14. Итак, сам Господь даст вам знамение, и дева в чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя Еммануил, что значит «С нами Бог». Ну, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна нам повествует о событии, когда ангел открылся Марии и повторяет эти слова из книги пророка Исаии, что Дух Святой найдет на тебя, ты родишь сына, и наречешь ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Один мудрец сказал так, когда ты первый раз читаешь Библию, ну, ты замечаешь какие-то исторические факты, какие-то местности, города. Когда ты читаешь пятый раз, ты замечаешь те драгоценные Божьи установления и исполнения, которые человек жил. Условия Божьего благословения. А когда ты читаешь десятый раз, то ты не можешь оторваться от одной единственной темы. Иисус склонился на колени и желает поднять птенца, чтобы он взлетел. И под этим птенцом каждый человек сегодня видит и раскрывает величайшую любовь Божию, которая явлена на, чтобы всякий верующий, как написано, не погиб, но имел жизнь вечную. С нами Бог. Можем ли мы сегодня в своей личной истории или в своей жизни повторить эти слова? Действительно, с нами или со мною Бог. Ну, я, дорогие, узнал одно, но необычное свидетельство Божьего присутствия. Ну, кто знает, в Запорожье есть такой город Энергодар. Город атомщиков, где та мощная запорожская считается атомная электростанция. В свое время я там проводил евангельскую программу. Этот город, где нет частного сектора. И была организована община, но, естественно, не имея частного сектора, молитвенный дом трудно приобрести. Они собирались то в одном общежитии, то в другом общежитии. И в то время принял крещение, ну, фамилия Кузьмин. Он работал по технике безопасности на атомной электростанции. У него было два сына, которые в то время ходили на богослужение, жена, но они выходцы из братства баптистов. И вот как-то он играл на гитаре немножко, пел, но постоянно, ну что, в семье там не было особого взаимопонимания. Он был такой спокойный, рассудительный, ну, а жена его догонит. Это тот лидер, который только проснется, она уже
дает конкретное распоряжение, кто что должен в доме делать. И так она вела себя и в общине. Она была учитель субботней школы, но она была красноречивая, такая напористая, ну, лидер общины. Ну и представьте себе, и он на фоне ее всегда выглядел. Хотя она его хотела, знаете, всегда вперед, вперед, но он чувствовал, ну как-то, в конце концов, я услышал, что в их семье произошли какие-то крупные недопонимания. В конечном итоге он уехал в Индию работать тоже на атомной электростанции, которую построили и тогда еще ну, Советский Союз. Многие годы он там работал, но и рассказывают. Приехал сюда, в родной город, больным. Врачи определили, что у него рак, и ему осталось жить совсем мало. Он пришел в общину, членом которой он был, и говорит, ну так случилось, что моя жизнь обречена. Я вспоминаю то время, когда я был в церкви. Но сегодня я хочу вот что-то еще оставить для Бога. А для Бога это значит для церкви. Ну какая? Я понял, что тут нет у нас молитвенного дома. У меня есть деньги. Я думаю, что мы приобретем молитвенный дом. Ну, наверное, он имел связи, еще работал уже когда на этой электростанции. Вот, и, значит, нашли помещение, я не знаю, где-то или больше 30, или до 50 тысяч долларов он выложил и купили это здание, переформили его на церковь, как молитвенный дом. Но церкви осталось только там какие-то внутренние работы, и он активно, значит, пробивал по всем инстанциям, чтобы это здание было оформлено, переформлено. Вот, в конечном итоге прошел месяц, но он говорит, я так увлекся, что решил, забыл о своем здоровье. Пошел в больницу, чтобы провериться. Больница проверила, говорит, у вас нет никакого рака. Дорогие, в наше время есть чудеса. Заметьте, он не ставил Богу условия, Господи, как обычно мы ставим порой. Господи, если ты не... И то сделаешь, вот тогда я обещаю, что я тебе, значит, могу что-то посвятить и посвятить себя. Он даже не просил восстановить членство, потому что ему было больно, что он ушел из церкви, ушел из семьи, уехал далеко в Индию, и, наверное, там 10 или 15 лет, или даже больше работал, и когда уже подписали приговор, но, дорогие, чудеса совершаются и в наши дни. Родишь сына и наречешь ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Бог сошел, чтобы быть с нами. И, дорогие друзья, Павел повторяет посланию Тимофею, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Хотя сегодня, рассуждая, но порой сегодня о сущности Божества, ну нам, порой и христианам, трудно уместить Бога, да его невозможно уместить. А сегодня многие хотят рассуждать, а как же они взаимодействуют, то есть внутреннюю структуру Божества, Отец, Сын и Дух Святой, суть одно, но три личности. Как это можно объяснить нашим человеческим умом, человеческим разумом? Я недавно говорил для целой группы, но только представьте, возьмите симфонию, и там о божестве. Он невидим, он всемогущ, он непостижимый, он не пространство, он не времени, он не материален. Как мы можем нашим
ограниченным разумом постичь безначального. Мы можем только говорить о том, что Он сам открывает Себя в Священном Писании. Апостол Павел, заметьте, Бог явился во плоти. Но с другой стороны, мы знаем, что Христос, принимая крещение, слышит голос Отца. Так что Бог явился на небе, Бога больше не стало, а Бог стал в лице Иисуса Христа. Тайна. Более того, голос неба, явление Духа Святого. А Павел прямо говорит, Бог явился во плоти. Когда мы говорим об Эммануиле, мы понимаем, что это никто иной, как Иисус Христос. Книга пророка Исаии, наш изначальный текст. Но как часто мы ищем Иисуса Христа только в Новом Завете. Да, действительно, пророчество исполнилось, и в самом деле, то ли книга пророка Иеремии или Исаии, другие места, раскрывает нам, что да, действительно, когда Иисус родился, хотя ангел сказал, нарекут ему имя Эммануил, но конкретно ангел сказал, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Но сам Иисус Христос повторяет, что исследуйте Писания, или исследуйте Писание, и вы думаете,